Какая у тебя машина? Простите? Я знаю, что ты летаешь, но ты же подросток. У тебя есть машина? Да, раздолбанный внедорожник. А у меня был классический Citroёn в твои годы. Это просто обалденно! Как только Клэр будет у нас, сразу улетайте. Несмотря ни на что. Понял? Да, сэр. Все ведь могло быть иначе, Ной! Все равно прячемся. Но если ты умрешь, Боб, с тобой умрет и компания. Прошу, не надо.